Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Короче, всем привет, Валер, привет. Да-да, хотя, привет. Короче, рассказываю, ребят, вот кто пишет, что можно поставить на Samara Car дополнение и поиграть по сети вдвоем. Значит, у вас чел на стриме сейчас сидит, ты этот хрипатый такой. Заваливает редуктор и валит. Значит, боком он на тут мне поток, мужчины. Он сделал пранк. Согласись. Нет. Значит, малолетки. Он мне позвонил. Я уже это прошел еще лет 10 назад. И задавал вопросы. Тоже еще думал, странные какие-то вопросы задает. Он позвонил мне и хотел записать звонок, и для записи звонка включил запись экрана. Да. Чел вообще не в курсе, что звук так не записывается. Записывался раньше. Представьте, его довольно ебало, когда он сидит, задает какие-то вопросы и сидит хекает. Вот я отвечаю ему. На эти вопросы он сейчас даст послушать, там в чатик в один кинет. Он, короче, сидел с довольным ебалом, пранковал естественно, скинул в чатик, не посмотрев перед этим видео. То есть просто чел скинул 2 минуты, записи экрана без звука. Да это оно раньше записывало звук, вот, нахуй, вместе с видеоэкраном. А потом вот подумайте, можно ли как-то вот дополнение установить, чтобы в Samara Car по онлайн играть. Хорошего поточка, Валера, люблю. Пошел ты нахуй! Ладно, я понял, то есть ты сейчас сделал на меня кидок. Я понял, то есть закинул кость в будку. Хорошо, дорогой, давай тогда поясни мне за вот эту фотку. Что это за фотка? Можешь пояснить мне? Вот это что за фотка? Да? Что это за фотка? Что? Ну давай, давай, что ты скажешь? Поясни челу, что за фотку, чувырла. Ничего, да? То есть пох. Я тебя пончик, челикс. Я пончик тебя. Ой, как же печально на это смотреть. Ладно. Так. О, и ты здесь, зайшка моя, уже здесь. А давайте, знаете что, может реально с отцом это не то, вот это что, вот это вот. Хорошо, допустим, давайте попробуем немножко схитрить чат, то есть хитрушку поймать, небольшую хитринку, смотря. Сейчас небольшую хитришку сделаю. Вот это сюда. И теперь вместе с аппаратом я могу телепортишку сделать. Чё, нихуя? Ой, 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 зависло все. В смысле, я даже не сохранялся. В смысле? Дебил. Немощный с читами. Наказан чит раст. Окунь. Ботик. Игра забанила читера. Дрочитерился? Хитрость совершена, фиксируем. Сосай. Лох. Ботик. Сливочный окунь. Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же еще промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. Да и ладно, я там собрал приболта. Пох. Нам сейчас главная проблема решить запчасти сразу заказывать. То есть самое мощное, да, которое есть. Тогда смотри, мы что делаем. Магазин. Магазин. Конверт. Конверт. Во! И отправляем его на почту. Это называется не то, чтобы читер просто чуть-чуть сделал добра. Ну, так сказать, на ход ноги. Да. Я беру тогда все поршни. Коленвал. Я беру все новое, братишка, сейчас. Могу себе позволить. Привет, малыш.
Сколько? Десятка. Да не будет делать, для меня это пшик. Как это теперь отсюда увезти? На тракторе. Трактор. О, блядь. Аппарат приехал. Поршня то нет одного. В смысле нет одного поршня? Нашел только что. Все поршня на месте. Все, чел едет с добычей домой. Ну, с бога. Помпа. Сука, где еще один поршень? Давайте попробуем найти его. Четвертый поршень найти. Может быть, можно вот так вот это сделать? Поршень, двигатель один. Во, четвертый поршень. Во! Ебать, так я мог вот это все понажимать? Не, погоди, неправда. Не мог бы. Вот я купил его, он теперь новый у меня появился. Да. То есть я сейчас просто заменил старое на новое. Ну-ка. О. О. Блять, умер. Ебать, он умер. В смысле, мама, он умер. Сука, чел умер от куса. Итак, смотря. Я впервые, да, собираю двигатель именно новый. Убери. Убирай его. Убирай. Ошибка, ошибка, чел. Да это все фейк, заюш, ну, ей-богу, ну честно, ну ты же знаешь, ну все ты же интернет, шутки, хихи-ха-ха. Я же тебя люблю, ты же знаешь, малышка. Конечно, мы только-только, ты больше никого вообще нет. Да это... Па-па-па-па-па-па-па-па! Так, я снова с вами. Всем здравствуйте. Я без настроения. Тихо! Я без настроения, потому что Лиза в чате. Тихо! Все, загоняем аппарат. Ой. Дед? Да. Я пропустил начало поточка. А чего ты так рано решил подрубить? А, рано режим почему? Сна наладил, что ли, лёг? А я потому что, знаешь, как я тебе скажу, только по секрету. Лиза написала, что она проснулась. Я такой, о, зайка, я тоже. И все, и мы такие, о, она такая, а, она такая, о, Да. Ой, тебе звонит сбрасывай, Алина! Сбрасывай быстро, Тачи, сбрасывай. Слаще, чем не Марина! Туда попало. Шо я нахуй изобрел? Ой, блядь, ты чё, ебанько? Эй, заюшка. Ты чё, дурная, что ли? В6, Х7, Ле9, это лучше, чем у коровы. Других забот. Ну ты посмотри, что она делает, машина падает. Да ладно, мама, ты шо, ебанько? Блядь, Оля. Ты шо, дебильная? Да как это так, сука? Ты какого хуя вообще так делаешь? Ты девочка! Боже, она перевертыш. Yeah. А? Каёвый нет, чел. Ой. Ой. В смысле? Чел? В смысле? Спорткар, да, смотри, вон про написано, это простата. Чё? В смысле простата? Какая нахуй простата? Ошибка какая-то. Мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Опа. Тише мыши, с вами кот на крыше. Опа. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Скуфи, это он поет, я узнал так, его Скуфика. Это мой Скуфи, Скуфи. Да, сейчас попрет, нет, сейчас точно попрет. Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. Да, ты что?
коровы нет руки. Да? А вот мне страву и молоко дает для коровы царапница. Она для меня, а, для меня. Коровы нет руки. Забот мне страву и молоко дает для кого старается. Она для меня. Да ты что? Коровы нет руки. Сюда. Забот. Дедушка, поставь по-братски. Ой, подожди, тут какой-то прайс-лист типа на ломой. Я думаю, тема, неужели скидки опять что ли доебутся? Тихо! Щуп массы не высовываются, чел. А, вот. Тихо! Ну. Фух, с богом. Ну, давай. Сейчас прокачает топливо. Не понял. Подсос. Сука, кому высадил, машину не завел, я твою мать дренажил. Семь часов, сука. Итак, смотрим. Опа. Вот сейчас должно поехать. Сейчас подсоса чуть-чуть дам. Ты что, прикалывайся, сука, дебил. Ты что, сука, дебил или что? А все, данный транспорт пока что не заводится. Это такой, скажем, сигнальчик на то, чтобы выйти из автомобиля и пойти нахуй. Давай его обратно. Мама, у меня папа дебил. Не, Анатолий, а что забрать? Ну, хапани, родную! Хапани, роднулечка! Ну, вообще никак не хапает, вообще. Ну, не хапает, блядь, это жас. Это, блядь, сука, 7 часов, ебаных! 7 часов, сука, просто ебаных 7 часов! Сейчас разберемся, если еще карбюр другой поставлю. Блять, а что там так пусто? Погоди! А где клапана? Стоп, клапана! В смысле, клапана где? Я что, клапана не поставил? Клапанов нет в движке, отвечаю! Клапана, сука! Я клапана не поставил! Клапана, клапаны, чел! Вот дебил, сука, собрал чудовище. Ты еще коленвал бы забыл бы. Да бывает. Сидит свою хую не крутит уже 8 час, чтобы потом выехать и в первую уже березу въебать это корыто. Да? Твоя машина хуйня как БМВ, даже да. Лучше этой параши. Ха-ха, не смеши женщину, блядь, ты. Не смеши женщину. Ну-ка. Да даже без подсоса попробую. Ебать, просто, сразу. Ну, с богом, роднульки. Опа, ну что, малыха, не подводи, обмена. Чуть-чуть подсосика, чуть-чуть. О. Есть. Ну, с богом. Не понял. Mm-hmm.
Он коптит что-то техника. Ну, Колесо пробито? Колесо пробито у чела. Четвёрка. Чел, значит, блядь. Стой. Стой, стой. Нормально все? Нормально идет, да? Нормально, пошло. Нормально все, нормально. О, кусочек машины нашел. О, это же мой кусок машины, чел. А ну-ка дай сюда. Отдай. Губа отпала у чела. Газу. 3-4-5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 -
Давайте, тихо. И тормозов нема. Ничего нема. Что такое? Малыха, ты чё? Дедушка. Да. Привет. Привет. Ну что? Что? Вспомнил мой донат от 17 года, 14 ноября, 3-4. Мой друг Семен очень сильно ждет твоего звонка. Да, ну подождет еще раз. Спасибо. Пожалуйста, и позвони. Он ждет твоего звонка аж 17 года. Семен. Ты на нее едет, чел. Слышишь, трет его. Слышишь? Смотри, колесо трет. Блять, мама. Это 500 BMW? Сука, чё с колесом, чел? Ручник, в смысле ты ручник? Додеп? Следы на асфальте были. Поедь вперед и включи вид от третьего лица. Да все, я. Чё надо делать? Да чё там все отпадает, сука, корыто! BMW. По ощущениям, как будто BMW. Не едет, а по дороге, как о, на твоей 520-й. Сука, ты что, дурак? Чела прижала. Что делать челу? Ты сам собирал? Оно и видно. Пльже. Я понял! Пльже. Это 520-я BMW. По ощущениям, как будто BMW нахуй не едет, а падают все по дороге, как на твоей 520-й. Залазила. Залазила, Зая. Залазила, Зайка, да? Залазила. Аппарат мой, да? Да! Залазила аппарат. Ай, зараза, а? Специально, да? Че, блядь? Эй, тормозов нет, тормозов нет, тормозов нет! Пи***а, тормозов-то нет, пацаны. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Нет, реально тормозов нет, че? Не пойму. В смысле? Ой. Сука. Вон, видишь, что с колесом? Я не знаю. О, постоянный клиент пожаловал. Тихо!
На BMW? Да, 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 это просто, у тебя такая красивая машина, такая крутая, боже, ты такой красивый, и машина у тебя красивая, может мы с тобой подружимся, малыш? Сдавайтесь в плен и спасайте свои жизни. Запасные радиоактивные 449-049-0Z. Погоди. Погоди-ка. Я понял, походу у меня просто игра тупанула. Погоди, а с колесом когда проблемы? Уже начались или еще нет? Блять, подтекает масло. Максим, ты че? Макс, ты че, ебанулся? Макс, итак, ты че, ебанулся? Мы видим, нахуй? Спустя 8 часов этот додик все еще возится со своей парашей. А кто додик? Рокер развлекается с Роленкой у него дома. Да? Ну что тут сказать? Да, ты додик. Что? О, тихо, у тебя в школе отметка плакат. Чел! Сейчас я схожу к Заке, проведаю. Она, наверное, соскучилась, меня давно не видела. Привет. О, привет. Козлина. Ой, бля, козлина. Чел? Придурок, фу. Чё, колесо, да? Ну я же только выехал. Сука, только выехал, колесо пиздец. Я не знаю, почему так происходит, чел. Кто-то, сука, гвозди, походу, Олька была возле дома, а гвозди накидала. Смотрите, сейчас угловать буду, ля! Фиксируйте угол! Уголок! Сейчас уголок будет, Хасан! За 8 часов собрал тачку полностью, чел. Иди поцелуй. Ладно, сейчас пойду. А чё? Иди, дорогой, иди. Хуила, пока, пока! Не, ну согласись. Самара Кар 9 часов сидит сегодня, блядь. 9 часов, сука. Это жесть. Надо идти что-то другое играть. У меня уже крыша едет от этой игры, блин. 9 часов сижу с вами в нее играю.